музыка и парковка под запрещающим знаком. Минувшей ночью сотрудники госавтоинспекции собирали букеты правонарушений во время рейда. Начали с излюбленного места для ночных посиделок – пересечения улицы Гостиной и Воскресенского переулка. Как только любители ночного активного отдыха увидели проблесковые маячки, попытались ретироваться, но правоохранители задержали нарушителей. А далее по знакомой инспекторам схеме. Кто-то говорил, что только приехал. Владимир Михайлович, знаете, стояночка запрещена, остановка стояночка. Ну, я подъехал, я назад, да, конечно. Кто-то решил отшучиваться. Ну, в первый раз. Первый раз? Да. Но не первый раз нарушаете. Аж пересел от испуга. Успели пересесть, да? Да. Кто-то был недоволен работой нашей съемочной группы. Ну а после перешли от слов к делу, а именно оформлению протоколов. В этот раз не только за очевидные нарушения. Кое-кому после громких слов и оправданий пришлось поработать руками, отрывая тонировку. И для тех, кто не может жить без ночных покатушек и громкой музыки, сотрудники госавтоинспекции напоминают: с 10 вечера до 6 утра на знакомом для всех пятачке у начала Александровского моста стоянка запрещена. Нарушение карается рублем. Сотрудниками отдела госавтоинспекции было выявлено 5 нарушений по статье 12.16, часть 4 Кодекса об административных правонарушениях, за которые влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей. Сотрудники госавтоинспекции делятся. В летнее время подобные тусовки с сабвуферами учащаются. А значит, инспекторам придется бороться с ночными меломанами регулярно. Андрей Погосян, Александр Савенков, телеканал «Первый областной».